Как вам всем известно, мэрией города Бишкек начаты долгожданные работы по ремонту и реконструкции межквартальных внутридомовых дорог. На основании распоряжения мэрии Бишкека номер 233-Р от 8 августа 2016 года на этот ремонт было выделено 600 миллионов сомов. А сам ремонт почему-то был поручен муниципальному предприятию «Бишкек Асфальт-Сервис». Но нас очень удивило, почему управление капитального строительства мэрии не провело, как это положено, тендер на ремонт. При этом выясняется очень много разного рода нарушений. И вот возмущенные тем, как строятся, ремонтируются эти дороги, на основании каких документов, мы это все выяснили, и, конечно, возмущению нет предела.